Рабством и смертью угрожаешь моему народу! Нет, это Спарта! Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Тихо! Вы зашли в час часов. А что, снимать нельзя? А где вы на каких основаниях вы снимаете? Здравствуйте. На основании статьи 34 Конституции РБ. Почему? Ну потому что частная территория. Это общественное место? Это общественная польза? Частная земля, частная территория. Каким образом она стала частной? Пожалуйста, там снимайте. Руки. Внутри снимать не надо. Почему? Вот там, ради бога, снимайте. Руки уберите от меня. Не приближайтесь ко мне. Руки уберите. Молодой. Я сейчас вынужден буду вызвать милицию. Сейчас мы вызовем милицию. Вызывайте. На тревожную кнопку. Вызывайте милицию. Скажите, а сколько стоимость пляжа? Ну, со мной никто не хочет разговаривать. А вы нарушаете закон, да? А вы вообще с кем-то разговариваете? Ну, вы запрещаете мне снимать. Гражданин Республики Беларусь. А чего вы там находились? На камере все? Все могут заходить туда? Все могут заходить? Это же частная территория, я захотел, зашел, в чем проблема? А вы? А я кто-то, значит, раз я тут нахожусь, а вы кто? Я гражданин Республики Беларусь. Ну, замечательно, что вы гражданин Республики Беларусь, да. Ну, и всем можно туда просто так заходить? Ну, попробуйте, зайдите. Так можно? Я вас спрашиваю, попробуйте, зайдите. Можно, да, попробуем? Я не сказала, что можно. А кто здесь продавец? Я хочу продавца видеть. Есть здесь продавец? Не работает? Не работает? Да, вы для себя. А, для себя лично? Да, для себя. И арендовали пляж? Мы сейчас, в данный момент, пришли для себя. О, и арендовали пляж для себя, да? Больной вы человек? Потому что у меня никаких вам комментариев не могу. Я так думаю, что это все. Не, я согласен. Удалю все. Да? Да, это незаконно. Если незаконно, я удалю. Идет съемка, но сейчас на территории запрещено. Это не сейчас. Да не, я думаю, закроем его по-другому. Мы его просто удалим, вот это вот все. Да, не. Конечно. Вы пойдете с Богом домой. А ребята. Кто вы такой вообще? Я? Вы даже не представитесь. Гражданин. Гражданин? Угу. Гражданин, иди домой, тебе в туалете снимают. Я снимаю там, где я считаю нужным. Ну, не на частной территории. А как вам жалобы и здесь приходят, тоже. Если вы гражданин просто? Пишут люди в социальных сетях. Я тебе домой. Как есть. Понимаешь? Так нету, так не должно быть. Почему? Я к тебе домой не захожу, ногой дверь не открываю. Так это же не дом. Понимаешь? Здесь это оказываете услуги. Вы оказываете услуги. Да это частная территория, я тебе еще раз объясняю. Я могу оказывать, могу не оказывать. Я могу просто закрыть сейчас. А водичку вы мне не продадите, да? У нас прием товара сейчас будет. Поэтому мы пока временно не отпускаем ничего. И не работаете. А на пляж можно купить билет? Нельзя. Нельзя. Почему девушка купила? А девушка не купила, это мои знакомые. А, по блату проходит, да? Я хочу того и пускаю. А, согласен. Согласен. Вот. Вот так у нас в стране работает все. Буду ждать. Подожди. Подожду. Подожди. Ну, так оставайтесь в помещении. Руки уберите. Так подождем, давайте милицию. Вы меня удерживаете? Нет, мы просто просим вас остаться. Я не хочу. Вы сказали, вы... Ты, он обоссался сейчас, он приехал, да. Блядь. Вы же законно снимали. Да, да. Вы же законно снимали. Ну да. Что мы здесь делаем? Представьтесь, пожалуйста. Вы представьте документы ваши. Будьте добры, пожалуйста. Представьтесь. Документы ваши, уважаемые. На основании. Вы можете представиться? Личность вашего удостоверения. А для чего? Кто такой? Ну так как вы? Похожи на бандита. Есть ориентировка на меня? Да. Именно на вас. Товарищ милиционер. В общем, дела вот такие. Приехала милиция, поговорили, вызвали милицию они. Вот. Я заявление писать не стал. О, скажу вам так. В это кафе я ходить вообще вам не рекомендую. Писали мне в личные сообщения люди, что относятся как к быдлу здесь. Снимать, фоткаться не разрешают на территории кафе самого. И поэтому я пошел. Вот. Могу сказать, отношение хамское. На сайте написано, что стоимость пляжа 1 рубль. По факту 2 рубля стоимость пляжа. На сайте написано, что работа начинается с 9.00. По факту с 10 исправлена ручкой, ну, маркером я вам покажу. Вот. Приезжало очень много разных людей, машин. Там что-то пытались там пальцем тыкать на меня.
Вот. Ну и сказали, чтобы зайти в это кафе попить чай, я должен сначала заплатить за вход. Ну вот так. Арендовали нашу землю, наш пляж. И вот так относятся к людям. Так что решайте сами. Всем спасибо. Всем пока. Подписываемся на канал Общество Гомель. Рабством и смертью угрожаешь моему народу. Нет, это Спарта! Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг.